Два чоловіки загинули на пожарах за минулые сутки в області. У Бобруйском районе горел дачный дом. Подчас ліквідації узгорання врятувальники знайшли тело 50-годового сына господині домовладання. Спеціалісти меркують, что здарение могло отбиться за неосторожности при курении. А вот причина пожара у одной из квартир Могилевской трехповерховки зараз высветляют специалисты. Подчас ликвидации огню супрацовники МНС нашли у одним из покоев тело 60-годовой господини квартиры. Яе 38-годового сына у вынику пожару шпитализовали с диагнозом отручивания продуктами горения. Все лето на Могилевщине отбылося 404 пожары, на яких загинули 32 человека.